Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на канале компании Медлига. Обзоры, сравнения медицинского оборудования, отзывы и мастер-классы – все это вы можете найти у нас на канале. Меня зовут Анна Вайскейн, я клинический специалист компании по хирургии и жесткой эндоскопии. В сегодняшнем ролике мы поговорим о хирургическом оборудовании, а именно о мобильном светодиодном светильнике Mindray HiLED 9600M. Мобильный светодиодный светильник HiLED 9600M – это решение для неотложной помощи и малоинвазивной хирургии. Популярность амбулаторной хирургии растет с каждым годом благодаря развитию неинвазивных хирургических методов. Вместе с ней растет и популярность мобильных передвижных светильников. Часто такие светильники дополняют основные источники света, но нередко являются и основными в небольших кабинетах. Предназначенные для амбулаторной и малоинвазивной хирургии светильники HiLED 9600 обеспечивают высокое качество освещенности операционного поля и хорошее распознавание тканей. Посмотрим на характеристики светильника и его внешний вид. Итак, прибор имеет круглую форму купола. Центральная освещенность 130 тысяч люкс, достаточная для амбулаторной и малоинвазивной хирургии. Световая температура фиксированная 4350 кельвинов. Диаметр светового пятна фиксированный 22 см. Улучшенная дифференциация тканей с индексом цветопередачи 96. Наличие эндоскопического режима позволяет использование светильника при проведении эндоскопических операций. Срок службы лампы до 60 тысяч часов. Гарантия составляет 5 лет. Что еще хотелось бы выделить в светильнике Mindray HiLED 9600M? Он очень гибкий и прост в использовании. Имеет отличные световые характеристики. Основание светильника ультраподвижное. Все 4 колеса с системой блокировки. Эргономичная рукоятка. Прибор способен работать автономно до 10 часов, и все это время светильник будет обеспечивать превосходные условия освещения при выполнении различного спектра хирургических вмешательств. Панель управления светильником расположена на самом корпусе, и с ее помощью можно управлять следующими функциями. Включение и выключение, активация эндоскопического режима, регулировка яркости. Все очень просто и интуитивно понятно. Даже если медсестра или сам доктор впервые будут пользоваться данной моделью светильника, запутаться в управлении невозможно. Где можно использовать хирургический светильник Mindray HiLED 9600M? Он применим в амбулаторной хирургии, малоинвазивной хирургии, а также в качестве резервного освещения в операционном блоке. На этом все. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях или свяжитесь со специалистами компании Медлига. Контакты найдете в описании. Оцените ролик, поделитесь обзором со своими коллегами, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Удачи в работе!